Наталья Дрожина и Михаил Цывин могут оказаться настоящими черными риэлторами. Именно такое мнение складывается после заявлений бывшей домработницы семьи Татьяны Савенковой. По словам женщины, Цывин и Дрожина прямо на ее глазах отжимали квартиру у старушки. Ушлая семейка искала одиноких старушек с дорогостоящим жильем и оформляла с ними договор ренты. И домработницу тоже просили помочь, например, расспросить бабушку о семье. Особенно бывших работодателей Савенковой интересовали заболевшие пожилые актеры. Супруги часто ходили на встречи в Дом кино, а некоторых актеров Дрожина уже знала лично, ведь раньше и сама снималась. «Они постоянно что-то выясняли про актеров, я слышала очень много имен», — говорит Татьяна.